с соблюдением меры строгого регламента, но в привычных условиях. У школьников завершается первая учебная неделя. Как теперь и положено, перед тем, как попасть на уроки, учащиеся проходят проверку. На входе термометрия и обработка рук антисептиком. Такой своеобразный пост на каждом входе в образовательное учреждение. Причем для разграничения потоков их задействуют по максимуму. Для учеников старшей школы он свой. Раздельные проходные для учеников среднего и младшего звена. Как видите, нет скоплений и очереди на улице, нет скопления детей и в коридорах. Дети спокойно знают, проходят свои кабинеты. У каждого класса сейчас свой кабинет и свое расписание, причем не только уроков, а еще перемены похода в столовую. Такие меры приняты также для разграничения потоков. Мы, как ученики 11 класса, прекрасно понимаем, что впереди нас ожидают государственные экзамены, и мы будем переживать за их сдачу. Нам просто важно будет подготовиться и сдать на максимальные баллы. То, что было образовано в школе, это, да, это вынужденная мера, но она позволяет нам подготовиться и сдать экзамены на отлично. В таком формате школы будут работать все ближайшее время. Корректировка возможна в ходе учебной практики и эпид-обстановки.